с вами я, Мификс и Том. Всем привет, и... друзья, с вами Том Захия. И мы еще вместе с Халором будем халорить, точнее, я буду маньячить. О, господи, что у меня с текстурами. Мы все маньячим, потому что не только ты будешь маньяком. Смотрите, давайте подсказку да, сразу, красиво. Потому что это очень сложно. Ой, блин! Я нахожусь на первом этаже, связано с кухней. Здрасте. Я на кухне, сразу говорю. Я знаю, там все нычки на кухне. Я знаю, то, что ты через улицу туда залез. Да, ну, пожалуйста, дядя. Я ни одной нычки ой, блин, не знаю. Блин, какая фигня. Впрочем, ничего нового. А, ты здесь? Окей. Нет, не там. Бро, тут его руки выглядывают. Ты дольше подождал, посмотрел на эту херню и бы так, понял, где. Нет. Окей. Ну потому что его и не было. Да. Так, он посмотри. Тут, он тут. Встань около вот этого вот автоматаря. Да блин. Стой! 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 Да стой, стой, стой! Остановился, что там? Понимаешь, остановился. А шо, ты куда? Да там можно сзади еще кое-где. А, ладно, ты куда бежишь? Ты дом? Ага, бабиби, баба. Он знает, это чё? Он выйдет? Я. Все, изи. Добрый день, я Максим, я с компанией Reflame. А чему вы тут кидаете якісь непонятні гранаты? Добрый день. Тебя вижу. Есть демочек. Добрый день. Да, да. А, привет, я здесь. А что за наркотики ты принимал? Добрый день, я Максим. Так. Он за мной бежит. Что, вы там на улице бегаете? Да вот Зуда уже бежит на второй этаж. А, ой, ой, здорово, братан. Братан, братан, брателла, ты куда? А, я понял, где ты, типа. Не, типа голову не видно, чтобы я это... Не, не видно, не бойся, все хорошо. Ой, блин, Мификс, а что ты делаешь? Иди давай сюда. Попытайся целить, помнишь эту тролльничку? Нет, я ни хрена не помню. Изнычь. Ну вот, я тут, видишь меня? Только давай без пострелов. Какой прострел? Я на улицу сейчас выбежал. Сейчас выбегу. Может быть. Господи. Давай иди к Халору. Иди давай к Халору, все нормально. Не надо, конечно. Ахинея, чадабиби, баба. Дайте подсказку, ты на нычке прятался. Ахинея, чадабиби, баба. Да что ты, черт побери, такое несешь? Погнали. Ты что, о, знаешь, я тебе сразу погодите. Могу показать нычку топовую. Пошли за мной. Сейчас, погодите, я сейчас одну команду пропишу. Никакого килла. Никакого SVG. Какого... Если ты будешь что-то прописывать, мы тебя ненавидеть и все. Не будем никогда с тобой снимать. Это называется ВХ. Помнишь эту нычку? То есть ты ВХ сейчас включишь? Нет, я вообще ее не знал. А помнишь это место? Там, где я тебе говорю, выйди, смотри, выйди. Тут, короче, синенькие плюсики, как я тебе говорила. Синенькие плюсики. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ах ты! Вот а чего здесь находится? Не, давай не паримся, тупо сидим, тут и не паримся. Тупо будем... Смотрите, тут контролишь точку, я пошел к этим синим плюсикам. Покер играть. А нет, ты к синим плюсикам, а я тут буду. Покер играть. Подсказку, где вы? Ну, возле синих плюсиков. Да нет, просто где-то на втором этаже. Больше не по подсказкам. Можно так еще? Я себе сразу говорю, если я его увижу где-то. А я надеюсь, я его не увижу. Да чё ты тут стоишь? Иди контроль плюсики синие. Я граффити ему поставил. Ааа, он сюда зашёл! Серьёзно? Да, из-за того, что ты сказал... Братан, пошли нафиг отсюда. Меня сейчас убьют! Ну, спасибо, блин. Так, он сейчас за мной бежит? Нахрен ты сказал синие плюсики? Так, блин, а он откуда знает, что там есть синие плюсики?
Я думал, он подумал, что мы дебилы-наркоманы. Где этот? Дай подсказку. Потому что всего лишь на втором этаже. Мне нужно полить нычку. Я на первом этаже. Митя, можешь помолчать, пожалуйста? Нет. Ну, пожалуйста. Я бомбит. Ой-ой-ой, нифига. Короче, я на первом этаже. Как ну, в эту нычку можно залезть и с улицы, и с первого этажа. Знаю, где ты. Так, естественно. Тварь. Я вижу в твои глаза, которые... Не стыдятся того, что твоего друга ухерачили из-за того, что ты сказал синие плюсики. Я вижу глаза. Да в смысле? Да где? Я? На первом этаже. Я поняла. Он пытается залезть. Ёлки. Я на кухне. Ты близко. Ты почти близко около него. Почти. Я в черной комнате. Бро, у тебя руки сейчас выглядали. Я смотрел. О боже мой, ты и сейчас близко. Комната эта близко находится. О, Халор, здорово. Давай, только залезь в стенку какую-то. Догадайся, где эта стенка. Я тебя сейчас вижу, если что. Я на тебя сейчас смотрю. Чего? Как он туда запрыгнул? Он что, читак? Нет, туда можно залезть. Только напротив тебе надо залезть. Нахер тогда я выхожу. Стой, о, он задумал, он залез. Он в ту нычку залез, там, где я был? Да. Ага, но он сейчас же ведь не знает, то, что я на улице. А, теперь знает. Теперь знает. Да где? Я тебе, кажется, говорил, то, что я все нычки на этой карте знаю. О, я какие знаю, где какие тут ты... наркомании, господи. Я тебя спалю, всё. Включите они только свой чит. Ну я понимаю, я не... Ну, короче... Я на первом этаже, возле одного из входов. Одного из... А. На я первом этаже, в доме. Если че, я заранее зайду за мани. В книжном стеллаже. Опа, братан, привет. Он тебя... Так я знаю. Подорова, братан. Пока. Так, он как? За... Он в стену! Он тебя не заметил! Всё! Как? Так, а, в смысле, я специально? Ты а что? Я не могу нож достать! Да, не бойся, кто сейчас маньяк? Я, из-за того, что ты сказал синие плюсики. Ненавижу. Пошли троллить его. Я обидел. Да, верю. А это синие плюсики, это всегда синие плюсики. Они сюда! Стой, дай, сюда, дай сюда, я на сюда, сюда, надо вниз пока. Легонечко, спрыгнуть. Ты... Во, все. Стой. Блин, я вот сюда. Я не попал в эту дырку. Я... Да не сюда, из-за... тебе надо под эту крышу. Чего? Блин, синие плюсики. А он... А-а-а, я понял, куда он пошел. Он за синими плюсиками пошел. Нет. Пошли сюда, давай сюда, иди сюда, вниз спускайся. Давай сюда. А, сейчас. Я вот сюда могу спрятаться, чекай. Да не надо, я знаю то, что ты под крышу можешь спрятаться. Пошли. Мы в подземелье. Ты нахрена досказал сейчас? Да не бойся, он не поймет, где мы. Ну не иди ты прямо туда, ты прямо тут стой, если что. То сразу да нажми. Я ж не поднимусь. Да я уже не поднимусь. Ты просто вперед нажми. Вот. Я пытался. Тихо. Так, мы тихо. Ой. Так, да, нормально. Там какой-то крест. Вы что, грохнулись? Ой, братан, валим. Валим на велике. А не, он пошел в подземелье. Он в подземелье сейчас зайдет. Сейчас он почти зашел. Да зайди ты уже в подземелье. Я спалился. Ага. У-ху-ху, иди ко мне, давай нычку. Ага, иду сейчас. А он сейчас за мной? Нет, я хз. Не, ну, конечно, нычка. Это не так. Чё? Как ты туда не... Братан, теперь тебе надо бежать. Тихо. Братан, беги! Братан! Не могу вылезти!
Тебе машину нажать. Тебе надо на приземку нажать. Всё, тебе звездец. Он слабый. Ну, стой, я спалю, где он? Да не сделал снайперкой. Можно. Бро, ну, это дается сначала. Это не сначала дается. Да, пацаны, они... как бы ролик 16 минут длится, может прощаться пора? А да, потом сразу еще один ролик. Давайте. Да. Всем удачи, пока с вами был Том, то есть я, Мификс и Холод. Да, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока. Пока.